Елена Писарева предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на оплату образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Эту инициативу она представила сегодня коллегам на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. За 26 лет работы в таком формате парламентская ассоциация еще не собиралась. 11 делегаций, все на одном мониторе. Первый спикер – Новгородская область. Председатель областной думы Елена Писарева подняла вопрос о внесении изменений в федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Но если ребята переходят на дистанционное обучение, им нужна современная техника, им нужны технические средства обучения, поэтому вот на это мы просим предусмотреть средства материнского капитала. С этой темы ко мне постоянно обращаются наши мамы. Они постоянно мне звонят и говорят, как находится, на каком уровне сейчас ситуация. То есть, вы знаете, я просто здесь не могу молчать, потому что это крик наших матерей. Предложение сегодня парламентская ассоциация одобрила единогласно. Теперь инициативу представят в правительство Российской Федерации. Также участники конференции переизбрали сегодня председателя парламентской ассоциации. Им вновь стала Елена Писарева.